Добрый день, меня зовут Ольга. Сегодня у нас выходной, воскресенье. И я хочу включить свою рубрику «Идеи выходного дня». Сегодня у меня в этой рубрике будет вязаться вот такая повязка на голову. На дворе уже скоро весна, а так как шапок я не ношу, мне нужна повязочка. Оказалось, что у меня их нет. Я их все пораспускала, потому что в них было жарко. И вот я нашла такой красивенький узорчик. Хочу с вами поделиться им. Ссылочку на мастера, который это придумал. Ну, по крайней мере, сделала мастер-класс. Я оставлю вот такой красивенький двухсторонний узорчик. Я думала, это связано спицами, это связано крючком. Я буду вязать из вот такой пряжи Ализе Lana Gold Classic. Это полушерсть, 51% акрила и 49% шерсть, 240 метров в 100 граммах. Вот такая пряжица хорошая, мне она очень нравится. Это у меня остаточек колор 151 или 161. Вот 161, это у меня остаточек от дочкиного свитера. И сейчас я вам немножечко покажу свою идею. А идея состоит в том, что вяжется рисунок вот так. Состоит рисунок из 6 рядов, связанных столбиками, полустолбиками с накидом. Вот. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И 6 рядов соединительными петельками проходятся. Столбики с накидом вяжутся в шахматном порядке. И получается вот такой вот рисуночек. И немножечко, совсем немножечко мы повяжем мою идею. Соединительный столбик, и вяжу я крючком 3,5, полустолбик с накидом за заднюю полупетлю, провязываем, и следующую соединительную. Полустолбик, и соединительная, полустолбик. У меня здесь 17 петелечек в ряду, и соединительная, полустолбик в последнюю петелечку. Воздушная петля, и разворачиваемся. Если бы мы вязали дальше этим рисунком, то мы бы начинали в шахматном порядке. Так как мы закончили полустолбиком, то здесь мы бы пошли сначала соединительной петелечкой, потом полустолбик, соединительная, полустолбик. И так в шахматном порядке. Вот получается такой рисуночек. Следующий ряд. Следующие 6 рядов мы вяжем соединительными петлями, одними соединительными петлями, и все. Вот так вот за заднюю полупетелечку мы вяжем соединительные петли соединительными столбиками, провязываем за заднюю полупетелечку.
считаем, чтобы у нас были все петелечки, все 17. Вот так. И провязываем до конца рядочка соединительными за заднюю полупетлю предыдущего ряда. Вот так красивенько у нас получается. Очень интересный узорчик. Такой, наверное, он пойдет и на свитера, и на шарфы будет красиво. В конце ряда мы вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем опять соединительными. И так вяжем мы 6 рядов. 6 рядов одним рисунком и 6 рядов другим. За заднюю полупетлю предыдущего ряда мы делаем соединительные столбики. Вот так. Соединительными столбиками мы проходим. Одними соединительными провязываем наши 6 рядов и повторяем рисуночек снова. В конце одна воздушная петля и мы разворачиваемся. Вот такая прекрасная косичка у нас здесь получается, как спицами связана. И с этой стороны тоже. Вот такой красивый рисуночек у меня сегодня в идеях выходного дня. Вот такая вот прелесть. Рисуночек с обеих сторон одинаковый. Я подумаю, может быть, сделаю челму. Как-то здесь это дело переверну. Как-то закалю. И будет... будет что-то вот так. Как-то так. Всем доброго вечера. Желаю всем успеха, удачи, вдохновения.